Это тот самый случай, когда важен не результат, а процесс. Как в спорте. Даже если любимая команда сыграла в ничью с соперником, разве откажешь себе в удовольствии испытать массу эмоций? Так же и здесь. Отсутствие результата – тоже результат. Как рыбалка? Нормально. Вообще сегодня поймал что-нибудь? Нет. Сегодня только сорвалась. Без труда действительно не вытащишь рыбку из пруда, но еще и без правильной экипировки и оснащения тоже. Если в этот день вы решили подарить что-то рыбаку, но при этом ничего не понимаете в искусстве ловли рыбы, стоит прислушаться к совету специалиста. Как отличить один крючок от другого? Что такое удочка, что такое спиннинг? Какую леску надо выбрать, подобрать? И советуем, какой прикормка. Естественно, уже все. У нас директор рыбак, у нас инструктирует, говорит, что там нужно для такой рыбки, для такой рыбки. Ассортименту такого магазина позавидует любой бутик женской бижутерии. В обычной жизни рыбак рыбака не видит издалека. Директор фирмы или курьер, водитель или журналист – у всех разные интересы и уровень жизни. Но рыбалка стирает все социальные грани. И самые разные люди находят общий язык. Это металлические, есть еще вот такие с оплеткой, металл только в оплетке. В Международный день рыболовства на одном из прудов не слишком людно. На клев влияет решительно все. Инструментарий, само собой, но еще ветер и его отсутствие, солнце и дождь, время суток. Но самое главное, конечно, это рыбацкая удача. Место выбрал правильное, вот тебе и повезет. Приманку сделал хорошую. Ты с удочку хорошую? О, удочку, да, снасти, чтобы были, все. А остальное везение. Рыбаки и культура рыбалки, естественно, не могли обойти интернет. Здесь можно найти массу сайтов, где любители рыбной ловли обмениваются опытом и хвалятся трофеями. А на видеохостингах кадры с удачной рыбалки зарабатывают миллионы просмотров. Вот он, вот она рыба моей мечты, вот она, вот она. Ясь! Ребята, ясь здоровенный, здоровенный ясь! В Ленинском районе, несмотря на обилие водоемов, мест для настоящей рыбалки не так уж и много, если не брать в расчет места, где за свое хобби надо заплатить. А потому рыбаки активно осваивают соседние территории. К тому же немаловажную роль играют личные пристрастия. Меня больше привлекают реки. Ассортимент рыбы больше. Ну и более живая река. Все-таки пруды, они достаточно замкнутые, а река широко. Рыбалка – это больше, чем хобби. Для многих это особая культура и философия, стиль и образ жизни. Многие не понимают этих людей, но в данном случае, чтобы понять, надо попробовать. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.